Всем привет, это Outlast. В прошлой части нам отрезали по пальцу на каждой руке, теперь мы восьмипалые. И нам надо продолжать выбираться из этого адского места. Жаль, что разработчики не дали возможности драться с этими паразитами. Fuck, really? You are gonna walk on me? There's one thing, and I got it instead! It's a quitter! Come on! Жесть. Как она есть. Ненавижу эту игру за то, что здесь постоянно надо от кого-то бегать. Ну, вот серьезно. Реально ненавижу. Опять начинается бегать. Блин, вот кто-то меня уже засадил там хорошенько. Нужен ключ. Здесь ходил, бродил, не? Здесь все закрыто. Бля, я уже заблудился, где здесь все. И опять в одном месте оказался. Понятно. А, или что? Непонятно. Речка. То есть они за мной бежали. В итоге я вошел в лифт, меня убили.
зараза. Вот этот лифт, кстати, спасение на... На наружу. Что, обратно туда идти, что ли? Кто-то там... Вон он опять идет. Не-не, парниша. Меня здесь нет. Мать вашу за ногу, а? Ты, видимо, мне так предстоит. Ой, ёпты! Вонючая. Пошел отсюда. Блин, где-то ключ надо найти. Сказать, убей меня. Может, не надо туда было ходить. Еще одна закрытая дверь. Она горит, это хорошо. С радио ничего нельзя сделать. Я ходил уже. Тут все закрыто. Эти правые, левые. Да. Здесь все кроватями закинули. По-любому только в ту сторону идти. Дайте мне ключ. Я просто... А так нельзя залезть? Крючок какой-то. Видимо, потом предстоит.
Блин, или прямо туда надо пробежать по коридору. Барри! Какой я тебе приятель. Шел в жопу. Пошел в жопу, говорю. Да ёпты! Блин, как страшно-то. Надо было как раз обмануть и как-то сюда пробежать. Здесь закрыто. Он меня быстрее убьет, пока я все это открою. Да, точно, его надо было как-то обмануть и вот это тут открыть. Блин, скотно. Шел в жопу. Здесь нельзя. Нет. О, вы что, прикалываетесь, что ли? Почему тут все закрыто-то оказалось? Видимо, надо спуститься, закрыть дверь, пока он там будет ломиться, добежать до конца коридора. Да, вот сюда его заманить, закрыть дверь за ним. Бежать, 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 бежать. Бежать, 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 бежать. Урод сраный, еще орет так. Ненавижу вас, разработчики. Блин, и все батарейки просрались. Всего две осталось. Дайте сохранение какое-нибудь. Вот, сохранение. Все-таки ты продолжаешь так же хлопать, как и в первый раз. Не научился, да? Так, еще какие-то документы. Прошение о переводе. Пальцы перевязал. Никаких батареек. Спрятаться негде. Или есть где?
негде. А вот и ключ. Твою мать! Куда бежать-то? Урод будет похлеще того жердяя, блин. Нельзя. Сюда нельзя. В сторону к лифту. Там грузин сейчас окажется. Нет. Не оказался. Все, погнали, погнали. Нам вниз. Реперный пятитор. Да ёб твою. Сука, сдохни наконец-то уже. Сдохни, 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 тварь. Я же сказал, надо выбираться вот через эту верхнюю часть. Ну где его ножницы? Мне кажется, он жив остался. Потому что эти злодеи просто так не умирают. Блин, не дали доехать до конца. Еще один этаж ниже. Я предлагаю закончить на этой радостной ноте. И будем надеяться, что эта тварь сдохла. Так что всем спасибо, что меня смотрели. Всем пока.